49-летний Селим Байрактар, сыгравший роль Сюмбюляга, в данный момент снимается в сериале «Мехмед. Султан завоевателей». Также он активно ведет соцсети и сотрудничает с брендами, предоставляя им свою рекламу на страничке. Он женился в 2023 году. 43-летняя Филиз Ахмед, сыгравшая роль Нигяр Калфа, после съемок в «Великолепном веке» сыграла еще в 12 проектах. О личной жизни актрисы известно мало. Она не очень активна в соцсетях, но точно ясно, что Филиз еще не замужем и часто проводит время в компаниях друзей и в путешествиях. 80-летняя Набаха Чакре, сыгравшая роль Валиды Султан, имеет больше 1 миллиона подписчиков в Инстаграм. Она активно ведет соцсети, сотрудничает с брендами и снимается в сериалах. На ее счету около 100 проектов. Набахат была дважды замужем, и оба ее брака заканчивались разводом. Детей у нее нет, и последние отношения, по ее словам, были в 1988 году. 44-летняя Селена Стюрк, сыгравшая роль Гюльфем Хатун, после «Великолепного века» снялась еще в 17 проектах. Селен не замужем, и детей у нее нет. Актриса часто проводит время в компании друзей и активно ведет свою страницу в Инстаграм. 40-летняя Саадет Аксай, исполнившая роль Садыка Хатун, в данный момент снимается во втором сезоне сериала «Шахмаран», который вышел на экраны 8 августа 2024 года. Вместе с ней там играют Мерт Рамазан Демир, Бурак Денис и Серинай Сыракая. Саадет состоит в браке с 2015 года. 40-летняя Меликея Пакьялова, сыгравшая роль Изабеллы Фортуны, родилась в семье Юкселя Ялова, министра Турции. Она продолжает сниматься в сериалах, активно ведет свой блог, посвященный моде, выступает в поддержку бездомных животных, является фанаткой Галатасарай и имеет свой бизнес по организации свадеб. Меликея была замужем с 2019 по 2021 год за продюсером Алтугом Гюльтаном. В данный момент пара в разводе. 39-летняя Пелин Карахан, исполнившая роль Михримах Султан, сыграла еще в нескольких сериалах. Также снималась в рекламе Nestlé и Coca-Cola, активно ведет свой Инстаграм, где у нее почти 5 миллионов подписчиков. Актриса замужем и воспитывает двоих сыновей. 36-летняя Эсги Эйюбоглу, сыгравшая роль Айбике Хатун, была замужем за актером Кааном Йылдырымом с 2015 по 2019 годы. Сейчас пара в разводе, детей у них нет, у Эсги почти 1,5 миллиона подписчиков в Инстаграм, она активно снимает рекламные ролики и много путешествует. 33-летний Арас Булутый Немли, сыгравший Шахзаде Баязида, снялся в более 10 работах после «Великолепного века». В одном из интервью Арас Булут признался в том, что съемки в этом сериале сделали его не только популярным, но и подарили потрясающий опыт. Для участия в проекте актеру пришлось не только научиться владеть мечами и ездить верхом на лошади, но и набрать 13 килограмм лишнего веса. Актер не женат и детей у него тоже нет. 42-летняя Денис Чакыр в роли Шах Султан в 2023 году вышла замуж за бизнесмена Бильгехана Байкала. С 2010 по 2013 год она встречалась с актером Ибрагимом Челиколем, но из-за измен партнера пара рассталась. По данным журнала Forbes, Денис входит в число 20 самых красивых женщин Турции, а также ей был присвоен титул «Лучшая плохая девчонка», согласно интернет-опросу. 49-летний Мехмед Гюнсур, сыгравший роль Шахзады Мустафы, продолжает активно сниматься в сериалах и рекламных кампаниях. Мехмед женат с 2006 года на итальянке Катерине Моджио и воспитывает троих детей – Али, Майя и Хлоя. Но на его личной странице нет никакого намека на семью и детей. Возможно, он тщательно скрывает личную жизнь. В данный момент актер живет в Риме вместе со своей семьей. 36-летняя актриса Мерве Булугур с 2014 года является лицом компании Maybelline в Турции. А в 2018 году она основала собственную косметическую марку Мерве Булугур Cosmetics. Мерве была дважды замужем, сначала за певцом Муратом Далкылычем, а потом вышла за диджея Мерта Айдына. Второй брак существовал всего 40 дней. В данный момент актриса не замужем и у нее нет детей. 45-летний Укан Ялыбык в данный момент не женат и не имеет детей. Он полностью сосредоточен на своей карьере, сотрудничает с брендами и продолжает сниматься в сериалах. Он также успел озвучить своим голосом Панду По в мультфильме «Кунг-фу панда».
33-летний Толгас Эритаж летом этого года женился на своей девушке Зейнеп Майрук, с которой встречался почти 5 лет. Детей у пары пока нет. Вообще парень мечтал стать певцом, но судьба решила иначе, хотя Тулга все же написала саундтрек к сериалу «Дочери Гюнеш». 45-летняя Сальма Эргеч вышла замуж в 2015 году за бизнесмена Джана Оз. В 2016 году она родила дочь Майю. Она продолжает активно сниматься в различных проектах, активно ведет соцсети и примечательно, что ее лучшими подругами в жизни стали актрисы, сыгравшие Махиды Вран и Фирузе Хатун. Актрисы часто выкладывают совместные фотографии в своих соцсетях. 43-летняя Нурфия Тахуглу обрела большую популярность после съемок в «Великолепном веке». Актриса дважды была замужем, но ее браки заканчивались разводом. В данный момент она воспитывает дочь от второго брака. 37-летняя Энгин Устюрк продолжает актерскую карьеру. Актер не женат, но ему часто приписывают множество романов, в том числе с коллегами по цеху – Ханде Сурал и Джон Судере. Но ни один из них он не подтверждал официально. На его страничке в соцсети можно увидеть фото с еще одним шахзаде Баязидом, где они вместе проводят досуг. 43-летняя Джансу Даре, сыгравшая роль Фирузе Хатун, часто выкладывает рекламу различных брендов у себя на странице в Instagram. Она была лицом таких компаний, как Avon, L'Oreal и Magnum. Джансу не замужем и не имеет детей. В прошлом году в соцсети ходили слухи о том, что она скончалась под завалами во время землетрясения, но, к счастью, актриса не пострадала, и это были лишь слухи. 39-летний Бурак Усчевит, сыгравший Балибея, женат на актрисе Фахрие Эвджен и воспитывает двоих сыновей. На данный момент он является самым высокооплачиваемым актером в Турции. По данным на 2021 год, за каждую съемку актер зарабатывал 250 тысяч турецких лир, что равно 7,5 тысяч американских долларов. Но думаю, что в 2024 году эта цифра значительно увеличилась. Помимо актерской карьеры, Бурак имеет ресторан в Стамбуле, а также активно инвестирует в строительство. 40-летняя Мерьем Узерли в роли Хюрем Султан родилась и жила в Германии. Ее мама немка, а отец турок. В 2017 году актриса сообщила прессе, что больше не будет сниматься в телесериалах, а только в фильмах для кинотеатров. Роль Хюрем Султан ей далась очень тяжело, поскольку она не владела турецким языком. Но коллеги по цеху Нур и Сальма по сериалу «Махиде Вран» и «Хатидже» тоже имеют немецкие корни. Они очень поддерживали Мерьем на протяжении съемок. В 2013 году актриса расторгла контракт с продюсерами «Великолепного века» и вернулась снова в Германию, где родила дочку по имени Лара от турецкого бизнесмена. А в 2021 году актриса стала мамой во второй раз. Она родила дочь по имени Лили Кои от американского бизнесмена, но с отцом девочки она рассталась. 54-летний Халид Эргенч женат на актрисе Бергюзаль Курель и воспитывает троих детей – Али 2010 года, Хан 2020 года и Лейла 2021 года. В 2023 году Халид вместе с семьей переехал в Лондон, где купил шикарный дом, и в Турцию он летает теперь только на съемки. На этом все. Надеюсь, вам понравился выпуск. С вами была Диляра. Всем пока!